нарастает, потому что следующая любая ошибка она может привести, значит, к тому, что мы можем собирать вещи и ехать домой. Поэтому здесь уже берет, как говорится, разум, значит, хладнокровие игроков, спокойствие тренерского штаба, которые должны понимать, что они понимают, безусловно, без вопросов, но здесь важно идти к цели все вместе. То есть мы не можем сегодня ссылаться там, на Дуцюка там, или на Малкина, которые могут в одиночку обыграть всех. Это уже все в прошлом, понимаете, здесь команда. Здесь команда, которая... А есть сейчас команда? Вот вы смотрели последние игры? Ну, вы знаете, команда-то есть, команда играет неплохо, на самом деле, они стараются. Вот. И, безусловно, конечно, это не так просто, потому что сегодня, когда вы играете с любой командой, там, финнами, шведами, канадцами, американцами, Словенией, Словакией, это все команды, которые играют хорошо в хоккей. Поэтому команда обычно формируется по ходу. Вот. И надеюсь, что сейчас идет, как говорится, по нарастающей. Вот, и надеюсь, что именно в завтрашнем матче, я думаю, мы увидим прогресс, который может быть, прогресс именно в атаке, который должен быть реализован не одним, не двумя голами, хотя бы голов там, 5-6. Хочется увидеть для того, чтобы немножко, как говорится, это давление ушло, потому что давление идет от прессы, от болельщиков, давление идет от самих игроков, потому что... Но мы не можем себя контролировать. Когда ты не забиваешь, да. Мы сами себя контролируем, конечно. Нет, я имею в виду журналисты и болельщики. На самом деле, если идет от болельщиков, просто читаешь интернет, они говорят, просто очень скучно смотреть. То есть раньше была атакующая модель, там, при Быкове, вперед. Может, у нас нет выхода другого, может быть, правильно, что на оборону акцент, иначе не выиграешь Олимпиады. Ну, я бы не сказал здесь. Дело в том, что немножко здесь все по-другому, потому что, во-первых, команды формировались, насколько я знаю, у нас, может быть, не было такого большого выбора у нас, нашей команды. Даже команды, которые формировались у канадцев и американцев, они именно были сделаны ставку на то, чтобы более, скажем, чуть меньше мастерства, чуть больше работы, чуть больше именно консервативности, потому что большая поляна, она вносит свои коррективы. Вот. И я согласен, что это немножко не тот хоккей, который хочется видеть, безусловно, но на эти 10 дней, которые проходят, допустим, олимпийский турнир, шансов, ну не то шансов, а возможности рисковать слишком мало, потому что никто не вспомнит, как красиво мы играли. Ну, проиграли, допустим, в финале. Хотя, в принципе, безусловно, хочется видеть красоту, значит, видеть полностью баланс этой прекрасной игры, как хоккей, когда ты видишь и оборону, и атаку, и шикарнейшие действия нападающих, и возможность импровизации. Вот. Но, к сожалению, порой это уходит на второй план, потому что в конце дня блеск золота, он, как говорится, доминирует над тем, что над красотой. К сожалению, так. Но это... ничего не сделаешь. А вам не кажется, некоторые правила ИХФ это не то, что нелепо немножко, то, что вы привыкли к НХЛ-ским правилам, и видите, например, когда один человек 2-6 раз булит подряд, или там вот ворота чуть-чуть поднялись, гол не защиты, хотя в НХЛ бы его засчитали. Как вы думаете, это стоит менять или относиться к этому как особенности? Нет, я думаю, что игра должна быть, значит, неважно, где ты играешь в Европе или играешь в Северной Америке, правила должны быть едины, потому что я считаю, что это на самом деле абсурд. И, конечно, площадки, которые, безусловно, европейского размера, они, конечно, убирают эту красоту игры, потому что именно то, что болельщику хочется видеть, больше, скажем, больше движений, больше, как говорится, бросков, больше игрового ворота, а не по углам площадки, а в средней зоне. А можно автограф? Вот, прям, да,